Вот я только что занималась со своими девочками, и мне навеяло тему разговора нашего. Ну, во-первых, нельзя петь верхние ноты с низкой позиции, да? Она или не получится, или получится какая-то ужасная. То есть на верхнюю ноту нужно настраиваться и петь уже в максимально высокой позиции, да, и на максимально низком дыхании, что очень важно, да. Опускай максимально низкое дыхание, когда идем на верхнюю ноту. Смотрите мой ролик по дыханию. Вот. Второй. Нельзя форсировать, когда мы идем на верхнюю ноту. Она, опять же таки, может получиться, но какая-то жуткая. Понимаете? Или вообще может сорваться при форсировании. Что происходит при форсировании? Мы помогаем себе ее взять. Вот хочется очень ее спеть, и мы помогаем всем телом, всем мягкими тканями, всеми перекрываем себе этот выход наверх. Что, собственно, нельзя делать ни на какой тесситуре, да, правильно? Ведь верхние ноты мы не рассматриваем отдельно, да, все-таки мы его рассматриваем в контексте вокала вообще. Вообще правильного вокала. Вот. Так, вот еще одна такая. И, конечно же, очень много при старании вот этом, когда мы стараемся, да, вот стараемся, так вот во что бы то ни стало взять эту верхнюю ноту, то бездумно, когда стараемся, да, мы не понимаем, что мы делаем, но хотим взять эту верхнюю ноту, то возникает еще и куча телесных других зажимов, не только в горле, а вообще во всем теле. И на человека, в общем-то, иногда страшно смотреть. Да? Он выходит на эту верхнюю ноту, у него жилы сдуваются, он весь перекособочился, руки вот так вот встали, да, такое вот бывает. Вот. С этим можно работать. Тут нужно опять же выходить в осознание, чтобы мы видели ситуацию без искажений, как это получается, как мы выходим, собственно, на эту верхнюю ноту, что нам нужно для этого. Что нам нужно. Вот такие вот сегодня мои соображения. Поделилась я с вами сегодня. Буду рада видеть вас на своей Facebook-странице, на своем YouTube-канале и в Инстаграме. А также приглашаю вас, конечно, на свои частные консультации. Обнимаю вас. С вами была Мария Липинская.